Ручейники рода Гидропсихе относятся к семейству Гидропсихиды из подотряда кольчатощупиковые. Род включает около 250 видов. В Европе более 50 видов. В России 17 видов. Взрослые особи ручейников, в том числе и гидропсихи, напоминают небольших, неярко окрашенных ночных бабочек. Однако, в отличие от бабочек, их тело и особенно передние крылья покрыты волосками, а не чешуйками, как у бабочек. Крылья у них перепончатые, прикрепляются к средней и задней груди. Передняя пара длиннее задней. Жилкование крыльев представлено в основном продольными жилками, разделенными широкими промежутками. Находясь в покое, гидропсихи, как и другие ручейники, складывают крылья домиком, то есть вдоль спины под острым углом. Окраска от темно-серой до темно-бурой. Ротовой аппарат у имага редуцирован. При этом мандибулы верхней челюсти не функциональны или рудиментарны. При этом взрослые насекомые имеют хорошо развитый хоботок, сформированный слиянием гипофаринкса и лабиума, используемый для всасывания жидкостей, в частности цветочного нектара. Усики у имага гидропсихи нитевидные, длинные, по длине сравнимы с передними крыльями. Цикл развития ручейников начинается в середине лета, после выхода имага взрослых половозрелых особей из куколок. Вылетая массами из куколок, гидропсихи спариваются и, подобно поденкам, носятся над водой, рассеивая по всему профилю реки свои яйцевые кладки. Яйца приклеиваются к песчинкам и в паводок разносятся далеко вниз по течению реки. Этим объясняется довольно широкое распространение гидропсихи. Развитие личинок гидропсихи длится обычно один год. В течение этого времени личинка растет, линяя несколько раз и увеличиваясь в размерах. По завершении своего развития, после зимовки, которая происходит на дне водоема, то есть весной следующего года, личинка гидропсихи окукливается под водой. Личинки – хищники. Их основная добыча – личинки поденок и мелкие ракообразные. Живут в ручьях и реках, в частности в таких больших равнинных реках, как Волга, Дон, Днепр и Днестр. Встречаются очень часто, местами в массе. Личинки гидропсихи могут выходить и на сушу. Этих личинок находили на расстоянии десятков метров от ручьев в лесной подстилке. Ручейники – насекомые с полным превращением, то есть личиночные стадии у них сильно отличаются по своему строению от имага, взрослой особи, и проходят стадию куколки. Взрослые особи ручейников живут исключительно в наземно-воздушной среде и дышат атмосферным воздухом. Несмотря на развитые крылья, летают они мало. Большую часть времени они сидят на прибрежных растениях, сложив крылья домиком. Личинки ручейников населяют почти все водоемы Земли и являются необходимыми компонентами пищевых цепей в пресноводных экосистемах. Личинка гидропсихи, благодаря массовому развитию и сплошному распространению в реках, представляет существенную часть пищи промысловых рыб,
Притом не только бентосоядных, те рыбы, которые питаются тем, что находятся на дне и в грунте, но в начале жизни и хищных.